Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Говоримо сьогодні про дистанційне навчання під час карантину. Ви знаєте, що карантину більше буде, ніж 3 тижні. І невідомо, коли почнеться таке вже традиційне навчання. Але як і студентам, і викладачам не відчувати, що вони на канікулах? Ми про це говоримо з деканом факультету цивільної господарської юстиції Одеської академії паном Денисом Холодіним. Вітаю, пане Денисе. Радий вітати. Наскільки я знаю, в Одеській юракадемії цей час ані для студентів, ані для викладачів це не час, коли там люди відпочивають. Робота йде. Як зараз ця робота поставлена, організована? Ну, тільки було прийнято рішення нашим правительством о том, що ми йдемо на карантин. Сергій Васильович зібрав ректорат і дал четкое указание, что в университете должно быть организовано дистанционное обучение. Причем дистанционное обучение не в форме какой-то профанации, не в какой-то формальности, а реальное дистанционное обучение, в соответствии с которым все студенты могут получить нужные знания, а преподаватели смогут продолжить работать. Що це означає? Давайте на якомусь там прикладі. Ну, ми повинні, як студенти, повинні сидіти так вдома. Да? Є рекомендація сидіти вдома. Але якщо є інтернет, і саме ваш факультет був піонером, запровадив цю схему, розкажіть, будь ласка, якщо можна більш там, детально. Після того, як президент університету Сергій Васильович Ківалов поставив задачу, профессорско-преподавательским составом факультета гражданской и хозяйственной юстиции была проделана огромная работа. Были все изучены возможности сегодня работы в дистанционном режиме, были изучены лучшие программы дистанционного обучения, которые есть в университетах Европы и Америки. Это все было проанализировано и было принято решение о том, чтобы организовать дистанционное обучение в программе Zoom. Причем особенностью и тем, что нет ни в одном вузе, у нас является то, что у нас четко в соответствии с расписанием, которое было утверждено еще до карантина, выполняется вся учебная нагрузка. То бишь с 8:30 все студенты до 14:40 находятся в режиме онлайн с интернетом. И в соответствии с расписанием каждый преподаватель выходит на обучение, на связь с студентом. Эта программа позволяет до 100 человек одновременно, чтобы находились в программе. Она очень простая, очень удобная. У нас множество есть профессуры, которые старше 70 лет. Они тоже смогли разобраться с этой программой. Сегодня очень блестяще преподают лекции и семинарские занятия. Взагалі, саме хотів поставити питання щодо викладачів. Є різні викладачі, а в Юракадемії є і юні, молоді, перспективні викладачі, але є такі заслужені люди, які вже багато десятиріч навіть працюють в юриспруденції. А як вони пристосовувалися до нововведень? Ну, знаете, в общем, у нас, как любая реформа, она начинается тяжело, люди привыкли, люди, может быть, в связи с этими видеозанятиями выходят из зоны своего комфорта, но, тем не менее, есть учебный процесс, есть учебная нагрузка, за которую преподаватели получают деньги, они ее должны выполнять. И на факультете гражданской и хозяйственной юстиции она 100% выполняется. Касательно людей, кто, допустим, постарше, наша уважаемая профессура, ну, кто-то смог сам разобраться, кому-то помогли дети, кому-то внуки помогли, кто-то приходил к нам в деканат, и сотрудники деканата объяснили, как пользоваться этой программой. Она очень простая, можно использовать и с компьютера, и с телефона, поэтому очень доступно, легко и на сегодняшний день абсолютно оправдано. Потому что мы на этом не остановились. После каждого занятия студент, преподаватель проверяет явку студентов, выставляет в Google формах созданные электронные журналы. И каждый преподаватель выставляет туда тех, кто не присутствовал, понятно, отметку N, а тех, кто заработал соответствующие оценки, он ставит им оценки. Таким образом, студенты, работая постоянно
в течение всего периода карантина получат оценки, те, кто получит положительные оценки, уже выходя на сессию, они получат свои заслуженные автоматы, и таким образом они не упустят. Поэтому вот мы видим, что сейчас карантин продлен до 24-го, но мы же четко обратили внимание, что с правом продления и далее, и он может быть продлен и дальше, что скорее всего, то есть... Слухи ходят о том, что до 15 мая мы, к сожалению, будем в таком режиме. Но я думаю, мы с гордостью пройдем, и 15 мая – это практически весь семестр. И президент университета Сергей Васильевич Кивалов четко поставил задачу, что мы не можем себе позволить, чтобы весь семестр выпал, и студенты не получили знания. Мы все реализуем для того, чтобы студенты смогли получить соответствующие знания. Ми повинні зауважити і окремо факультет ЦГЮ, взагалі юридична академія, це те місце, де викладач завжди навчається сам. Не тільки навчає, але й навчається. Ну, тобто не стоїть на місці, він прогресує, він повинен прогресувати. Совершенно верно. Я говорил о том, что была проделана большая работа. Это не просто так внедрить. Почему другие вузы не внедряли, а у нас сегодня это реализовано? Потому что для того, чтобы это заработало, была проведена огромная работа. Нужно было скоммуницировать вместе более 120 преподавателей с более чем 100 более чем с тысячей студентов, рассказать, дать коды доступа друг к другу. Старосты должны были связаться с преподавателями. На протяжении недели деканат практически в режиме круглосуточном работал для того, чтобы организовать соответствующую работу, но это и дало свои положительные плоды. Даже те преподаватели, которые скептически отнеслись изначально к этой идее, сейчас говорят самые хорошие отзывы, самые позитивные впечатления у них от работы в таком режиме. А чьи відгуки від студентів? До речі, як, якщо там хтось пропустив онлайн заняття, як там відпрацьовування йде? Вы знаете, со студентами была такая же ситуация, но студенты изначально позитивно восприняли. Почему? Потому что первоначально им были даны множество заданий, которые они должны были выполнять, просто сидя перед компьютерами, писать конспекты, решать какие-то задачи, сбрасывать это по электронной почте, то есть не было общения. А благодаря этой программе, благодаря тому, что проходят видеозанятия, они вернулись в социум. Они между собой, помимо семинарских лекционных занятий, получения материала, освоения материала, они между собой стали общаться. Они стали, у нас, знаете, 90% это приезжие студенты. Они задают друг другу вопросы, задают, узнают, как проходит карантин в их городах, общаются, шутят. У нас заканчиваются занятия, даже преподаватель выходит, студенты остаются в конференции, друг с другом общаются. Программа очень хорошо построена, когда каждый задает какой-либо вопрос, он выходит на главный экран, все его видят, программа очень доступна, она не дает возможности, там, чтобы были какие-то сбои. Случаются иногда сбои, когда программа там, не допускает, ну, в очень редких случаях, и тогда на экране у студента появляется, что программа не может вас допустить. Студент делает скрин, сбрасывает преподавателю, и преподаватель отмечает этого студента как присутствующего на паре, ему не нужно пересдавать. Есть студенты, которые ввиду каких-то причин, как и в во время аудиторных занятий пропустили, да, занятия. В таком случае им нужно будет президентом университета установлены у нас явочные часы. То есть это каждый понедельник и пятница с 2 до 4, когда преподаватели должны присутствовать на кафедрах. Сейчас они должны присутствовать в это время онлайн. Студенты с ними связываются и говорят, я пропустил тему номер 3, можно отработать. И рассказывают по теме номер 3. Преподаватель видит, заходит в электронный журнал, обводит, исправляет эту Н на какую-либо оценку, и это исправление видно, что в такое-то время такой-то преподаватель исправил оценку. Это вижу я для того, чтобы контролировать, чтобы не было никаких лишних там, что это действительно было отработано. У меня, как у декана и руководителя факультета, есть доступ абсолютно ко всем парам. Я на многие, практически со всеми студентами общался, заходил, спрашивал их отношения. То есть я знаю объективно их отношения. Это очень всем понравилось. И сегодня студенты выкладывают в соцсетях много отзывов о этой программе и о том, что мы смогли это сделать. Сегодня говорят в Украине множество моих коллег. Мне звонила, спрашивала, а поделитесь опытом, как это делается, как вы смогли организовать. Потому что со стороны, может, это кажется просто. Но я еще раз хочу поставить акцент и ударение, что это была проделана колоссальная, огромная работа.
Тобто це такий фундамент на майбутнє. Ми все ж таки сподіваємося, що вже скоро там цей час Україна, Одеса переживуть. Але цей досвід, коли можна буде спілкуватися з викладачами з інших там міст, з інших навіть країн, такий собі телеміст, коли всі там 30 студентів однієї групи будуть там в цьому процесі, це величезний плюс. Абсолютно. Ми, чесно говоря, должны быть готовы к вызовам, которые сегодня стоят, потому что ходят разные слухи, говорят, что может такая ситуация повторяться каждый год. И нам теперь не составит никакой сложности. Мы буквально за считанные часы можем перейти в дистанционное обучение и качественно его вести. Вот сегодня, например, один из элементов дистанционного обучения – защита курсовых работ. У нас тоже проходит дистанционно. Студент написал работу, отправляет ее электронной почтой преподавателю. Преподаватель проверяет, пишет рецензию, фотографирует, сбрасывает обратно рецензию студенту. И студент в режиме видеоконференции защищает эту работу перед преподавателем. А сотрудники деканата высылают ведомости для того, чтобы преподаватель туда поставил соответствующие оценки. Он ставит и в ведомость, и мы создадим ведомости в Google формах, опять-таки, расписываются, фотографируют, мы это подкрепляем. И по выходу с карантина все ведомости из электронных журналов, из ведомостей защиты курсовых будут перенесены в наши обыкновенные ведомости и наши обычные журналы. Навчання дистанційне – це добре, прогресивне, але паралельно, я так розумію, завжди це проходить, проводиться робота профорієнтаційна, так звана профорієнтаційна робота, коли йде там діалог там з нашими школярами, одинадцятикласниками. Як зараз відбувається в умовах цієї ситуації? Чи не запустили ви її? Наскільки я знаю, там останні два роки ваш факультет в лідерах серед профорієнтаційної роботи. Как выходит из ситуации? Да, совершенно верно. Последние два года самый большой набор осуществляет именно факультет гражданской и хозяйственной юстиции. И говоря о профориентации 2020 года, то она еще началась в сентябре 2019. И поэтому говорить о том, что мы что-то упустили сегодня из-за карантина, не к месту. Есть база студентов, которые изъявили желание, которые однозначно будут поступать к нам и которые подадут документы, они уже подписаны на нашей социальной страничке, они общаются. Вы знаете, 4 школьника связывались, пытались со мной и просили поделиться опять-таки опытом. Они хотят эту программу, эту систему, модель попросить реализовать у себя в школах. Они хотят пойти к преподавателям, к директорам школы и сказать, что существует сегодня вот такая модель, давайте заниматься. И они уже считают себя частью нашей семьи. Из новаций, которые есть на факультете в этом году, мы открываем новую специальность, это филология. Мы будем готовить преподавателей, переводчиков английского и немецкого языка. Это сегодня перспективное, важное направление. Эти знания нужны даже юристам сегодня. Да, в любой профессии нужны знания английского языка и немецкого, потому что сегодня мы видим условия глобализации, это очень важно. И во время карантина происходит множество квестов, каких-то... Оно все виртуально, но постоянный контакт с нашими абитуриентами, он есть уже сегодня. Они, конечно, чуть-чуть перепуганы, как они будут сдавать ЗНО из-за вот этих сложившихся обстоятельств. Но я думаю, Министерство образования и науки Украины отнесется с пониманием, и вот эти проходные баллы, пороговые баллы будут снижены ввиду тех обстоятельств, которые сегодня есть у нас в стране. Ще я хотів поставити питання. В соцмережах бачив незвичний такий флешмоб. Розкажіть, будь ласка, про нього. Студенти запустили, з чим пов'язаний і ваше ставлення до цього всього. Це ви маєте на увазі спогади з ЦГЮ? Ну, для мене це було теж неожиданістю, на самом деле. Це самі студенти зініціювали. Це якраз таки результат от того, що ми оживили общество студентов, то, что они вернулись к общению с друг с другом, с преподавателями. И вот они запустили такой флешмоб, который называется «Спогады с ЦГЮ», и каждый выкладывает какие-то видео, воспоминания, которые его связывают с факультетом гражданской и хозяйственной юстиции. И
Он разошелся широчайшим образом. Вы знаете, сразу это студенты, потом преподаватели подхватили. Я уже сегодня смотрел множество выпускников, которые закончили в 15-м, 14-м, 16-м, выкладывают то же самое воспоминание с родным факультетом. Очень приятные отзывы. Более того, вчера в этом флешмобе поучаствовал президент университета Сергей Алексеевич Кивалов, тоже выставил пост, поучаствовал, и студенты оценили очень... И они вообще знают позицию президента университета, который всегда со студентами, который всегда для студентов. И он тоже очень хорошо отозвался об этом флешмобе, который ему пришел к сердцу. Можемо такий підсумок підбити, що студентське життя триває, не дивлячись ні на що. І це теж там величезна заслуга і керівництва вуза, і також факультету. Я дякую вам, пане Денисе, бажаю вам успіхів, вам, вашим колегам. Непростий час, але вихід є з різних ситуацій, ви це доводите. Дякую. Спасибо. Залишайтесь на телеканалі «Репортер», з вами був Віталій Хемій, до наступних зустрічей в ефірі.